Ոիզեր խորս նարդիլիկ էչ տաբազուն գայութնը բեստեր սավգատ սավ թիմակում կում էիր ինվարմացուն ռաղաղ դաբում, ստուդիի գբերատը իրին առայդյան ոլ սվրտայր աղաղ դսայր ակտարծ եմ մտել։ Ювар сауна бесте биразум проблема электроэнергии фасавер с хахал косте тесты фаунхус. На бесте райресте дартере перспективе те хусари рестон уаждете се стенгасей. Коронавирус и нахматоха мазал тесты фарсты тылвен афэцет реанимацион коттекты доктора пресс-конференции. Нарефестамена республика Анна-Колумбия и втонгсав зенис электроэнергия, ахамнесна и сенкурден баверту энергетик те. Сенхастам геске фасаверс хахал апеткусте тедерсте фаункус, амаскут сагар савзен небесте биразун фарст. Аражджете архайдей райгунде базат небесте и сарлавагдер. Кроме фаут Кенина Республика ма электроэнергии фасарсха хорастат. Артенем октябре вы боюрсаузен электроэнергии юмек системам. А бунта разжет так стоит сагат порталацинок постанция растерсед умарухсунок тельта бою Кеннел. Вы фестиваген десунам бисах савы фестамам хитсен арсед электроэнергии. Сегодня завершаются работы по подключению электроустановки, поэтому сегодня была отключена подстанция Северный портал, да, обесточена. В 7 часов вечера будет включение. Работы все будут завершены, и мы приступим к финальным пусконаладочным работам. Завтра, вторник и среда, будут проведены проверки Ростехнадзором и Технадзором Южной Осетии для выдачи разрешения на пусконаладочные работы и постановку под напряжение. И планируем 29-30 число полное завершение, как и планировалось изначально. Проект Мегаскатил Равахты Руджитан или Сагат Портала Станция. Мы обою Куту и Сайрак Хохиме. Находимся на завершающей стадии. Уже проложены три главные фазы питающие. Осталось провести последнюю резервную нитку. Эти работы будут к завтрашнему дню завершены. Южная сторона, сторона Южной Осетии уже завершена в полном объеме. Переходной пункт завершен. Муфты смонтированы. Работы сейчас остались только по прокладке последней нитки и работы по подключению электроустановки на подстанции Северный портал. Последние муфты будут смонтированы в среду. Косите апазензинят теменекаске феодзесте график магаске. Оражите сахаде кодзагансу магаске сабоходестер кодзбоканен. Самый объект эксплуатации мараттуре стегл, а маселентеска дар бокутта. Нам удалось завершить все в запланированные сроки, несмотря на то, что они были очень сжаты, работы были очень тяжелые и сталкивались с незапланированными проблемами, но благодаря труду наших рабочих нам удалось завершить работы в срок. Я считаю это большим успехом. За полгода проделана огромная работа для, как я ранее говорил, уже это уникальная работа. Для нас самое сложное было это горная проходка Штолен. Для нас это абсолютно не специфично, как для нас, так и для федеральной компании. Но, несмотря на это, нам удалось привлечь профессиональных проходчиков. Были привлечены Мосметрострой для проходки северной стороны. Это как раз самое сложное штольня из-за осадочных грунтов. И в целом все проблемы были связаны только с проходкой этих штольен. Электроэнергии фасарс хахарастат абумбинаты бабаракута на подсахады сарглавак Бибелта Анатолий. Сюда привлекли мы сотрудников Мосметростроя, в конечном итоге, которые применили все инновационные методы для проходки в насыпных грунтах и успешно выполнили свою задачу, завершили ее даже досрочно. 13 октября сбойка была завершена, и сейчас вот уже видим, да, трубный блок полностью готов. По нему уже три фазы проложено, как я говорил, да, и вот нам осталось четвертую нитку проложить от середины тоннеля до подстанции Северный портал. И сейчас вот завершающие работы, да, обратная засыпка. Это будет все завершено также, я думаю, к среде, уже закроемся здесь и будем готовы. Это тоже все должны засыпать. Безусловно, здесь будет полностью все восстановление.
восстановление склона будет дополнительное мероприятие. Ну, это уже такие будут строительные работы, которые не будут влиять уже на работу самой кабельной линии. Энергетик тенхаслам гаскап подкостер Стефан Гусаманра фастема рухсахосын канын нолфанд канынс. Ячейки 110, вот она, новая ячейка, нижний рух. Это ячейка, которая будет работать на Южной Осетии. Она сейчас приступается к основной электроустановке. Именно для этого сегодня брали это отключение до 7 часов вечера. Сейчас работа уже на завершающей стадии. Да? Сейчас, насколько я понимаю, мы закачиваем или газ в ячейке. И к 7 вечера будем готовы к постановке под напряжение. Ну, основного, я имею в виду, да, свет вернется в Южную Осетию. По основной линии. Да, по основной линии. А наши работы будут перейдут уже в конечную фазу, пусконаладки и готовности к пуску. Ну, в целом, к 30 числу, как и планировали, все будет готово к подключению. Арвелос дар юна республика сержитазе маҷбун то арах бозадасте на рухсай эстер митворд фестиваган сагат порталай заом электроэнергия сера хохли ю арсет аварита мирас фарс аз кутсагарсет самнили очень важен для южной осети почему потому что практически зимой население село без света 5 дней на неделю а то и на 3 недели и, конечно это ситуация очень напрягала людей и это сейчас как раз то действие, которое люди вздохнут. В любом случае, конечно, без света Южной Осетии не останется. Президент Райгун Дебазад Баканга Косте Эмма Бузунджин Хасте Захта подрядом организации Кухтарья Гадама Якушчетен. Я прекрасно понимаю, что сроки по большому счету были сжаты, тем более нужны были технические решения, серьезные по Северному порталу. Вы на самом деле справились и, конечно, проделана огромная работа. Я хочу поблагодарить всех, которые непосредственно участвовали в этом проекте. Осмей Карума электроэнергии фасварсха хорастаудзен, а маскотсагарсаудзен на республике Биразум проблема. Нарай фастама одам роздара 0-тахсисты анарухсай. Косте Зарина Козей Тазамад, Джио Тамадина, Кодотелали, информацию рахт Абон. Коронавирус нахмату хамазалта патудун фадал арзерта реанимацион гаттакта доктор координатор Андреас Шифман. Уэйя рцеды нысанат хай журналистен разерта пресс-конференция растаджи. Лэмбанэк зуаппэтэ сэнратта сафарста тэндэр. Анани Зинат Кокан, нады министр Наниты Суслана, Эрхонд Магаскана Республика, ма арцед реанимацион, контакты доктор-координатор Андреас Шифман. Самай бахос канона доктор тен коронавирус эрэнчин тен хус канэна куттаджа. Абон вия пресс-конференции растаджи разыр тан эрэнчин дуна инфекцион хаяды сырх зуна его варата хай. В субботу мне посчастливилось попасть в вашу клинику, посмотреть красную зону. Я был положительно удивлен, насколько врачи, медсестры стараются из того, что у них есть, из техники, из оборудования, вытаскивать по максимуму и помогать пациентам. Вот. Да, ковидная чума, как говорится, она охватила не только вашу небольшую республику, но и весь мир, как вы знаете. Вот. И можно гордиться врачами и специалистами, которые у вас есть, потому что они стараются делать все по максимуму. Я в этом сам лично убедился. Зағынқауай әмі алсы қойады көсті из чысыл қанзинатта кәстаниз ойворскенен. Вей мә бұны сон көтті вакцина айнылығы бәрәккенен тә. То, что люди не вакцинируются, либо какое-то у них суеверие, либо они не верят в вакцину, вот, это не совсем правильно. Вот, в первую очередь должны понимать люди, чтобы вакцинироваться, нужно к этому подойти осознанно. Вот, не должно быть давки, вот, никакого обязательства у нас нет, насколько я понимаю, так же, как у вас, обязательно вакцинация. Вакцинация добровольная, но я думаю, в рамках социальной ответственности и вообще в рамках социума это нужно обязательно делать. Не то, чтобы защитить себя, а защитить окружающих. Вы можете не болеть, быть переносчиком. Доктор Шифман мая густар доздах та медицина и кушеты и ухай сахадаг вакцина кайна сарастой ва сақыттагма. А сақыттагма аз дахан қав сармагун густар думаны мау ахшчияг. Анна мэйта рэнчинан растхоз кэнэнэн гэгдарын срэнчинэ хиватта кэцтэ хат тавдисэнц цасым бэлэ ва мэйфэл дэрт сэмэ дистина дэмэ густар. Фэхоз дар кэнэн қав тагда хосэ службэй кэстэр. Я хочу попросить
если ваш родной, близкий или знакомый попадает в больницу, чрезмерное внимание со стороны родственников, оно порой мешает работу врача, также медперсонала, оно их загоняет в угол, да, и таким образом мешает принимать какие-то либо решения, либо вести правильное лечение. Вот, поэтому воздержитесь, пожалуйста, от посещения больных в больнице. Вы можете делать передачки, это не проблема, это практика общая, принята во всем мире. В Германии тоже никого нету в красной зоне, и в интенсив никто не приходит. Если у вас есть какие-то пожелания, вы можете всегда обратиться к руководству, вам, естественно, помогут. Но, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы мешать врачам. Это очень важный момент. Ուիմաբանսան կոտոզարգան իզովտա տորնոլ պորոխոտկանձան ադամը վլդարխոյ վակցինը կուսորոզույ ուիվաստա ադայմը կուվախոտովը ծոգ սիմտումտա վադավաստիոտ է կոմաբոսը ու դուխտրմը ամաբոզունը ծոխու սոգմագասկա եխի խոտը ըվզար Ախամ ովարան սումը արխավաննայ Ուիմը ըխսանադուն բնատ դորնգավը մոսկոտա բիրա բաստատը ծավիտուն կոտովդիսը ավտա մայ ուեմ ասը նիզայ վարնչն բիրա կոտտարոդամ Пока мы не добьемся высокого уровня вакцинации, у нас будет постоянная мутация, антитела уходят, пациент заново инфицируется. И с каждым разом, когда он инфицируется, все идет гораздо хуже и плачевнее. То есть об этом нужно всегда помнить. Да, сегодня вы переболели в легкую, не факт, что в следующий раз вы не окажетесь на аппарате ИВЛ. Не дай бог вам там оказаться. Последнее, что вы видите на аппарате ИВЛ, это тогда, когда вас начнут интубировать. Это самая плачевная ситуация, которую мы можем быть. Դուխտր շիվմը մոգոտ զողտա ավտամայ նամավը դոխամցով, ամը վակցինը չի սորեստա ույվ զող ավարը բոխով տարըն չնդումը, ավտամայ տա ասը վակցինը մագոր ավրդամնին դավը ադայ մոջը իմունիտիտ ամը ռիպրոդուկտիվուն վունքցիտել։ Ոտտը ալունացուցիտը Մարյաննակուցտը Աիդա, կուդտը լալի ինվարմացուն ռաղդավուն։ На республика экономику инфраструктуры райраста ма раохда дека базе нок технологии та на бину на кенена асе фарштател се раже дару на фасет пленару на брдрастеже. На республика и фасаре на котект министр Медуйте Дмитрий уажда тен захта бузничен хаста, а ма карум батте на керадзиен баку той зертл дара лаверте. Ахсана дамун конференции фалгатты вағдарцет пленару нәмбір. Байгум айку тафасарай нақыттакты министр Медойты Дмитрий Уйвашытан зақта бұзны жына хаставаздау эпидемиологуну аварма. Ана каская фодот кайыз сартой, амма нам кайырсы дасты. Хочу еще раз поблагодарить всех участников, поблагодарить вас за то, что вы здесь находитесь. Я считаю, мое личное мнение, что наша конференция прошла вполне хорошо. Были прекрасные сообщения, прекрасные доклады. Очень хорошо, что люди познакомились друг с другом, нашли интересные точки соприкосновения. Мы имеем все шансы при хорошей работе, при контактах, при обмене информацией. Это дело будет продолжено. Пленарунын бірді фалгатты қайды шытауына факулту ақан фарсты тұфадыл көдіна республика экономикон инфраструктура ирай раз дуамин дуын фитсакамай дуамин иртынам асты. Ног экономикон платформа ираз мәтседрауақ дадыға базы ног технологий та нөппинуны кәнін. Ама юми ягай наадамун хадзара дырастыл. Хам бірді растаджы фасарайна қоттакты министр Медойты Дмитрий Черноморска экономикон амкусканы нады фадыл. Варасияг националун комитеті сардар Виктор Архипованы сныцан котта майдан. Ахсан адамун ам Кускан Нодма Эстер Бовард Кайбахоста Уитхай. На республике уважает адар министр Амбола Воркоту из Ардыл Доран Леверта. Время сложное, очень много войны, выиграли, пережили. Вот. И вообще мир такой сейчас колышется. И тема всегда любого человека, чтобы был мир. И я вот как художник решил делать две символичные вещи. Вот «Голубь мира», Пикассо делал графику такую, но это другая графика, другая, которая в круге, и она предназначена для таких вот, как бы, церемониальных вещей. Она отмечена уже, но я, мне очень приятно вот вам подарить символ мира, чтобы у вас был мир на Евросеюзе. Кобостагунда, это был Эльвира, информацию на Раухт Абун. Юми агай спортивун сардене сан юага систем был фенджа сайр актима. Я хая дишта тардагай бана сан кодр сиду магаска андер регион тима абарге на республика спортивун гумладис берзун тим фазадыл. Тим был фенджа маана хас сид андер ахшчак фарстатылдар. Орехтарай наоцхасак плит яна ирмаджа.
Тембалфенджи Куста Хадрайстой, Сауденджи Зуны, Ганоми Гонем Густада Федел Урасаг, Националун Камитета Миневерт Тавареси, Турк, Сербий, Казахстан, Греции, Индии, Болгарии, Румынии, Ама Польша. Фембалды Димауэ – туризм, культура и спорт в Южной Осетии, возможности и перспективы, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России и Южной Осетии. Фацаджи Дар Тембалфенджи Зерцед и Мягай Спортив он Сарден Сани Вегл. Создание здорового общества в Америке является всего лишь одной стороны. А без участия деятелей культуры, без участия педагогов прежде всего, ну и, конечно же, семьи, воспитания в семье, эта тема никак не решится. Вот. Поэтому мы надеемся, что вот у вас в Южной Осетии такой здоровый климат, у вас правильное восприятие традиционных воспитательных таких навыков детей, постепенное включение выбор детей в спорт. Фенджи Хади еще табана санкуту зага эндер регион тима баргена республика спортивун кумладис берзун терем везадл. Нерекон хоскенен методика табаст сте физикун змелд ама архайдимем. Первый третий год жизни дети до 14 лет нарастает с каждым прожитым годом. Значит, это говорит о том, что несмотря на заботу ортопедов и педиатров, дети-то растут слабыми, больными. Это общая забота наша должна быть как-то это приостановить. Глазные болезни – это вообще эпидемия века, не хуже, чем коронавирус. У нас сплошное падение зрения, да, нарушение. Причем мы старательно этому способствуем, начиная с первых классов школы. Когда дети приходят в школу, им уже говорят, у вас снижено зрение, одевайте очки. Но это не обязательно дело. Нертакана республика Экуса Фара спортивун школа МСА Эртемин Савалуна Эфелдар Архайнс Алхзун спортивун секците. Фастагаста Игул Популярун Дарси Линкенен секци Ама Якомел Гейнектен Алхзун Ересте Вэй Хорзен Тестете. Есть специализированные детские школы, есть детско-юношеские комплексные школы. Значит, регион у нас достаточно, скажем так, генетически предрасположен к различным видам спорта. Вот один из ярких примеров, мы не берем в расчет футбол, борьбу и бокс, которые у нас являются традиционно результативными видами спорта. У нас в регионе самым, скажем так, ярким примером из молодых видов спорта является плавание. Саудинджи зоны экономику нам кустаты федел урсаг националун комитет арестерцед ми фарасада навец фензамазы марта кут социалун сдехтима аннагамирцун организации я архайджи та активуны хасткененц алухзун социалун санивек кеманис ахам проектем. Плитьяна Кукуйтан, Жила Гаситарсин, информацию Равахдабун. Саболцай базады старай гундай. В России агуажды тама бабарек куттой и растуны и вул финтак дарбенетте ама бан сан куттой небесте и гау экономикум потенциал. Делегации вангтеса талмантеты хай разыш туй на отха сакчирт хутерегинен. Фасалена Котект Министрат Ме Ацебунте Эрцет Стер Делегаци Саудинджи Зун Иганумикон Мгустады Федел Уэрасияк Национален Комитетей Секу Сагу Рабатты Фастаудун Бабарек Кутту Ленингор Район Дер Фицагуал Бацадысты Армазы Кавы Цирагун Архуанис Урдем Виарыс Терцет Асцеда Эхсай Цепперемазы Амау Сыгдек Георгий Нумыл Амакак Кацавы Пацахадырдыгай Ви Фаставажы Таасадысты Ленингор Историум Бестезуне Музейме Ацы Историум Цирцевене Важы Та Арвистой Биререстек Ведун Цемедис Кутта Аппеттер Ама Музея Гидмалаверту Алхузун Фарстата. Юзерде на Республика Мерсед Уажатал Нуахта Стертелмента. Такой красоты и такого гостеприимства, которое нам оказали товарищи, которые нас встречают, и люди, которые здесь живут, это просто что-то. Ехали сейчас по дороге, она такая, ну, очень красивая, это мало сказать. Такие цвета, оранжевые, переходы. А то, что какие-то старинные, мы были сейчас вот в церкви, 800 как-то там какого-то 860-50 года Святого Георгия. Ну, это просто мощь, такая мощь, на которую нужно смотреть, учиться и впитывать. И я не знаю, ну, только благодарность, только вообще, ну, дай Бог здоровья, и дай Бог, чтобы все, вот, все, что тут окружает, только расцветало пышным цветом. И люди необыкновенные. То есть, наверное, потому что вот как бы немножко обособленность, да, но мне кажется, что все вот за друг друга прям, а мужчины, я вообще ничего даже не могу сказать, это просто
просто для меня какой-то космос, потому что такое отношение, ну, мы уже этого, скажем так, не всегда видим у нас. Поэтому благодарю, всем желаю счастья, здоровья и всего самого-самого хорошего. Рада, что я здесь побывала. Ацикамитет кусы алхозун проекта ахаскана на куттагал у ацикамференции та равдаста та чингу та презентацита. Камитет на миневертесте ала дасният та миневерте. Ама пайда канец варах информацион бастинет тай. Где рассматривались гуманитарные направления развития республики совместно с Российской Федерацией. И у нас с других стран были специалисты, которые решили сюда приехать. Это был осознанный выбор. Экономическое сотрудничество направления. Вот. Уникальный у вас регион, экологически чистый, вот, с шикарным климатом. Так, не забегая вперед, можно сказать, могу сказать, что здесь есть различные модели, которые можно применять для развития социально-экономического. Мы благодарны за прием, за теплый. Вы действительно очень добрый, дружелюбный народ, гостеприимный, справедливые, с глубокими традициями историческими. Как есть расхожее мнение, что народ, который не помнит историю, у него нет будущего. Поэтому помните историю, изучайте. И вот эти места, они как раз вот этот исторический сплав, который позволяет свою идентифицировать себя как нацию, как народ. Уважите бонусом куттой на республикан кейс эстер экономику потенциал, а мы на бастай арз амара сухтина та дисе бафталзан алы туристы дар. Чет котелегина Харибат Арнольд, Кумерик Тата Фатима, информацию раухт абун. Ама карубаттене базунга кендистам дунахсазам октябрин на бастай бонгады бараккен антиме. Знаур району Денис Ирдбонхад, Валдев Хармат Буней Фарас, Тахсеве 2 градуса. Ирду Денис, Заур району Дер, Валдев Хармат Буней Ас, Тахсеве 3 градуса Уазал. Ахамбонхад Денис Хуайсайдер, Валдев Хармат Буней Сепара, Тахсеве 5 градуса Уазал. Ленингур району Дер, Ирдбонхад, Валдев Хармат Буней Фарас, Тахсеве 1 градус. Ивгал Сесту Денис на республике столица Цхинвал, Валдев Хармат Буней Дес, Тахсеве 2 градуса. Ахамы дестене информацион службе басата гондрмаджета албундер на сардо азат хорс хабарты фадымал нарадун фимбалдме ефира.